Тот самый момент, когда я с огромной радостью могу поприветствовать всех через этот голубой экран. Присаживайтесь, пожалуйста, поудобнее, занимайте места согласно купленным билетам, если кто-то вдруг приобрел билет на сегодняшний вебинар. Еще раз здравствуйте, безумно счастлив обратиться к вам посредством такой вот связи. Традиционный вебинар от меня в начале каждого месяца проходит в IPL уже на протяжении многих лет. Правда, в августе мы сделали перерыв в связи с тем, что меня не было на связи, так как я был в Ростове. Вот, еще раз. Сегодня нас ждет очень жаркий, насыщенный, эмоциональный вебинар, собственно, как он всегда и проходит. Давайте с вами договоримся сразу. После сегодняшнего вебинара вы уже никогда не будете прежними, потому что хватит просто мечтать. Пора действовать и по-настоящему зарабатывать. Этот девиз стал моим по жизни, и я пытаюсь каждому, с кем соприкасаюсь, каждому, с кем встречаюсь, объяснить эту философию. Многие из вас просто мечтают. Некоторые из вас мечтают по-простому, о банальных, простых вещах, а кто-то просто мечтает и ничего не делает. Но как только вы начинаете действовать, то все в вашей жизни меняется. Вы начинаете по-настоящему достойно зарабатывать. Именно этому мы посвятим сегодняшний вебинар. Подведем, как всегда, итоги. Расскажу о новостях. И, конечно же, будет очень много признаний. Но начну я с своего самого любимого слайда. Это напоминание вам всем и нашим лидерам, и новичкам, особенно новичкам, о том, что в IPL все идеально, потому что пазл сложился идеально. У нас есть великолепный продукт, который изготавливается, кстати, кто не знает, на нашем собственном заводе. Имеет все мировые стандарты качества, имеет независимые экспертизы, такие как халяль и кашрут. Много ли компаний могут похвастаться тем, что их продукция, их производство сертифицировано по стандарту халял или кошер, причем самая высшая степень кашрута. Также есть все сертификаты ISO, TÜV, HACCP, огромное множество независимых экспертиз в разных европейских странах и не только. Все это говорит о том, что у нас с вами действительно невероятный продукт. А то, что продукт работает практически моментально, то есть давая результаты здесь и сейчас, нам просто с вами безумно повезло. Потому что мы с вами работаем с продуктом, который продает себя сам. Да-да, вы не ослышались. У нас, наверное, у единственной компании в индустрии сетевого маркетинга есть продукт, который продает себя сам. Достаточно один раз дать вашему потенциальному новичку, партнеру, попробовать наши продукты, он будет просто поражен его вкусом, а самое главное, быстрой результативностью. Да, я уже сказал, что все это делается на нашем собственном заводе. Я не могу не сказать о наших невероятных возможностях. Буквально недавно я вернулся с очередного турне по США, о нем я тоже вам сегодня расскажу. Так мы встречались с огромным количеством топ-лидеров, с людьми, которые уже заработали в индустрии сетевого маркетинга за последние 10, 15, 20 лет миллионы, а некоторые из них десятки миллионов долларов в индустрии сетевого маркетинга. То есть они профессионалы, они разбираются в маркетинге, они разбираются в продукции, и они были просто поражены возможностями, которые дает компания IPL, возможностями по всему миру. Об этом мы сегодня поговорим. Кстати говоря, настал тот момент, когда я с огромной радостью вам презентую возможности для работы на мировом рынке, как и обещали в анонсе на сегодняшний вебинар. Конечно, система. Система, пожалуй, это то, что выделяет IPL из тысяч, из десятка тысяч других MLM-компаний. Это система поддержки наших партнеров. Это система в обучении. И в IPL все продумано до мелочей. Каждый новичок знает, что ему делать в первый час, что ему делать во второй день, что ему делать через две недели. Главное – следовать тому инструктажу, который прописан.
Если вы не знаете, вам в помощь наш онлайн-университет APL Office. Не могу не сказать о системных наших мероприятиях. Все, абсолютно все события, все, что необходимо для вашего успеха, в APL все уже есть. Да, и мы, пожалуй, единственная компания в этой индустрии, где пазл сложился так идеально, что все, о чем мечтал любой сетевик, любой лидер в другой компании, в APL все соединено воедино. Наши события, наши путешествия, все сделано на таком высоком уровне, что я просто советую вам убедиться в этом самим. Разберитесь сами. Зайдите на наш канал в YouTube и посмотрите огромное количество доказательств того, как компания выделяется из сотни, из тысяч, десятка тысяч других компаний. Ну и не могу не сказать о себе любимом и, конечно же, о тех, кто рядом со мной. Это наше руководство. В APL такие профессионалы, которым бы позавидовали в любой другой компании, в любой другой индустрии. Я как дирижер, который собрал вокруг себя профессиональных музыкантов. Каждый профессионал в своем деле. В финансах, в юриспруденции, в логистике, во всех направлениях. И все это позволяет нам с гордостью заявить, что APL – компания новой формации. APL – та самая компания, которой вы можете гордиться. В APL вам самим не придется ни о чем думать. Вот какой месседж я хочу, чтобы каждый из наших дистрибьюторов усвоил и понес в массы. Не нужно думать о логистике, не нужно думать о выплатах, не нужно думать о легализации. Все за вас продумано. Поэтому я с гордостью повторяю. В APL пазл сложился удачно. Ну, конечно же, мой традиционный вебинар – это подведение итогов. Это признание лучших из лучших, отличившихся в прошлом месяце. Но так как в августе я не проводил вебинар, мы не сделали публичное признание тем, кто достоин аплодисментов. Ваши аплодисменты нашим новым национальным директорам. Потому что эти люди достойны быть здоровыми. Достойны богатства, личной свободы, вдохновения, развития, успеха, признания. Они достойны сделать мир лучше, оставить свой след в истории, увидеть весь мир и быть частью команды. Виктор и Любовь Бильман, Нелли Дитшпиц, Александр Давыдов и Лолита Третьяков, наши новые национальные директора, а также Владимир и Татьяна Янсен, Наталья Силин, Андрей и Лариса Нагель. Ваши восклицательные знаки, слова «Браво!» Мы вами гордимся. Сейчас в чате, я уверен, просто обрушатся. Действительно, вы достойны аплодисментов. Браво! Не останавливайтесь на достигнутом, ведь лидер – это тот, который всегда идет вверх. Но не могу не сказать, что снова позиция премьер-директоров пополнилась. И я представляю вашему вниманию новых премьер-директоров. Виталий и Надежда Бертрам. Аплодисменты. И, конечно же, Эмма Поль. Вот так вот немецкая структура ворвалась на пьедестал квалификационной лестницы APL и добилась хороших высот. Все слова благодарности, восхищения, браво, отправляются в адрес, конечно же, еще одному амбассадору. Илона Милошева, наш еще один амбассадор компании APL. Илона, поздравляю, ты также достойна быть и здоровой. Ты достойна быть богатой, ты достойна личной свободы, ты достойна вдохновения. А вы вместе сейчас со мной можете повторять, ты достойна развития, достойна успеха, достойна признания, ты достойна сделать мир лучше. Оставить свой след в истории, увидеть весь мир и, конечно же, быть частью команды. Всему этому ты молодец, достойно. И, конечно же, ты делаешь каждый день ту работу, которую должен делать каждый лидер. Берите пример с Илоны, берите пример со всей немецкой структуры и команды, которая командно ворвалась в августе на пьедестал. Всех этих лидеров, о котором сейчас мы вам говорили,
Мы увидите 28 и 29 сентября в Молдавии на нашем форуме в Кишиневе, который организовывает партнер, национальный директор Лилиана Крючкевич и ее команда. Я там буду. Будете ли вы там? Задайте себе этот вопрос. Познакомитесь ли вы с огромным количеством лидеров, которые приедут на форум в Кишиневе, чтобы сказать «Вперед, Молдова!» Будет насыщенная программа. Кстати, организатор попросил сделать небольшое объявление о том, что цены поднимаются с 14 сентября. Да, потому что нужно заказывать вам обед, вам нужно заказать ужин. Так Лилиана решила сделать все на высшем уровне, чтобы вы не переживали о том, где вам покушать, а самое главное, что. Гостеприимство Молдовы будет вам обеспечено. Самое главное, успеть подать заявку до 14 числа. Ну, чтобы всем мест хватило, чтобы всех накормили. И, в общем, я скажу вам честно, как организатор, очень важно заранее всегда знать, сколько ты ждешь гостей. Поэтому не подводите нашего национального директора Лилиану и заранее свяжитесь с ней, чтобы не было никаких казусов. А 27 сентября мы с вами, с теми, кто выполнил промоушен, встречаемся на нашем заводе. Вы увидите первыми много всего интересного. В этом году программа посещения завода будет немного другой. Она будет более информативной. И не буду раскрывать всех секретов. До встречи 27 сентября. Ну а не могу не подвести итоги. Рекорды нашего августа. Сегодня нужно много успеть рассказать. Огромное количество информации я приготовил. Поэтому начинаем с рекордов по вторичным закупкам августа месяца. Итак, ваши аплодисменты Елене Бахбутовой. Первое место. На втором месте Фарагатхон Ниёзова. Эльвира Хасанова на третьем месте. Нариля Гасанова на четвертом. Серафим и Алена Кикот на пятом месте. С таким же результатом Сергей Бурдин на шестом месте. Мы продолжаем дальше. Лучшие рекрутеры августа. Ваши ладошки. Браво! С плюсиками на клавиатуре. Андрей Штоль на первом месте, Владимир Ларионов на втором, а на третьем Надежда Ларионова. Не семейный контракт. На каждый из номеров было выполнено отдельное условие для того, чтобы стать лучшим рекрутером. На четвертом месте Лусиния Тавмасян. На пятом и Марианна Роман и Людмила Вейсгербер на шестом месте. Аплодисменты, браво, идем дальше. По традиции мы подводим итоги лучших товарооборотов по РЦО. На первом месте по итогу августа Уфа, РЦО номер А002. На втором месте Висбаден, на третьем Кишинев, на четвертом Самара, недавно открывшееся РЦО и уже в рейтингах, поздравляю. На пятом месте София, Болгария. А теперь, наверное, всем интересно, да? Кто же у нас в топ-10 по чекам? Не буду томить, расскажу. Нина Шашукова снова на первой позиции. На втором месте Евгения Новикова. На третьем Эмма Поль. На четвертом наши амбассадоры Владимир Радченко и Саида Адамова. На пятом еще обреченный амбассадор Илона Милушева. На шестом Лариса Гукова-Масляк. Ирина Толстихина, наш международный директор, на седьмом. Национальный директор Лилиана Крючкевич на восьмом месте. Наши амбассадоры Игорь Гришко и Людмила Дерягина на девятом. И на десятом месте Надежда Ларионова. Была в рейтингах у нас как... Были в рейтинге рекрутеров, и тут в рейтинге по чекам. Видите, приглашаете в бизнес, приглашаете побольше людей и получаете хорошие чеки. И имеете возможность войти в рейтинг топ-чеков по тому или иному месяцу. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь, и все это поможет вам
получить заветную статуэтку. Лучше это Оскар в мире APL, золотой листок. Давайте вспомним, кто в 2018 году получил заветную статуэтку. VIP-стар Владимир и Татьяна Янсен получили золотой листок в номинации VIP-стар. То есть самое большое количество даймондов на первой линии за прошлый год. И на главном событии компании, на годовщине, получает золотой листок. Лучший рекрутер Шалимовы Александр и Светлана. То есть больше всех людей, больше всех оборот на первой линии составил вот у этих людей. По классике, учитывая только за год партнеров, кто пришел в бизнес и сразу же и показал лучший чек по классике, это Ирина и Александр Фройнд. Лучшим продавцом стала Наталья Гайдарева, человек, который на свой персональный номер закупил больше всех продукта. Вершину успеха Айрат Шарафутдинов у нас получил. Оценивается разные показатели. Чеки, товарообороты, количество квалифицированных партнеров, количество открытых регионов и так далее. Лучший товарооборот Эдуард Васильев и Наталья Сергеева. Учитывается товарооборот, созданный в 7 поколениях из новых партнеров. Лучшая экспансия Вадим и Ирина Войтюк. То есть в 7 поколениях самое большое количество открытых регионов, стран. И старт года Ирина Малько, Александр Семик получили как партнеры, которые пришли и сделали самый большой рывок. Вот такие вот номинации. Но в этом году мы обещали вернуть золотой листок в номинации «Лучшее РЦО». Поэтому ставьте цель, задавайте себе вопрос, кто в 2019-м получит золотой листок. Именно с этой целью с января месяца мы показываем вам рейтинги лучших из лучших, чтобы вы уже могли соревноваться и понимать, что у каждого из новичков, у каждого, кто пришел буквально недавно в бизнес, есть возможность выйти на главную сцену. А в этом году она будет очень большая, она будет очень яркая. И поверьте, такой сцены в вашей жизни еще не было. Вряд ли еще будет, потому что такое повторить будет просто невозможно. И это Оскар, это самая заветная награда по итогам года. Кто в этом году получит? Все, кого я объявлял, они выйдут на сцену. Но для того, чтобы открыть конверт и зачитать имя того, кому они передадут золотой листок. Все как на Оскаре. Мы повторим эту церемонию, но сделаем ее круче, сделаем ее ярче и незабываемой так, чтобы вы могли этим гордиться, чтобы вам было что рассказать внукам, детям, да и вообще просто было что вспомнить. Для того, чтобы вы смогли выйти на сцену, для того, чтобы ваша команда могла вам рукоплескать, компания APL, как я говорил, уже все продумала. Есть все необходимые мероприятия, разработанная система. Так давайте с вами поговорим о мероприятиях, которые проводят наши партнеры. Про продукт. Это профессиональный рассказ о продукции компании. Мы разбираем все наши продукты, понимаем, почему они такие классные, что в них входит, какой состав. В офисе, либо в арендованном помещении вы это проводите каждую среду в 18:00. Приглашайте гостей и всех партнеров. Обязательно. Среда в 18:00. Не вторник в 13:00, а среда в 18:00. Вы можете проводить это и в другие дни, и в другое время. Но в среду в 18:00 обязательно провести пропродукт. Если в вашем регионе не проходит мероприятие вот по этой схеме, начните проводить ее сами. И, возможно, именно вас я скоро буду поздравлять с новой квалификацией, с новой вершиной, с новым успехом. Только так проявляются настоящие лидеры. Они не ждут, когда их спонсор начнет проводить системные мероприятия. Они берут и делают это сами. Я столкнулся с тем, что в некоторых офисах РЦ и в РЦО проходят мероприятия не по этой схеме. Вот можете подойти и сказать: президент запретил менять распорядок. С полной уверенностью можете подойти и сказать: я буду жаловаться,
ну, то есть жаловаться, да? И вы будете абсолютно правы, потому что только система, где все повторяется в каждом городе, в каждой стране, это приведет к успеху. Тогда любой партнер из любого города может приехать в любую страну, в любой город и знать, что в этом РЦО в среду в 18:00 точно будет проходить пропродукт. Это же круто. Вы будете уверены в своем собственном бизнесе. Куда бы вы ни отправились развивать бизнес, в любом регионе все одинаково. И это дает результат. ПВК. Четверг, 18:00. Конечно, для вашего успеха я рекомендую проводить презентации как можно больше. Но минимум одна презентация в неделю должна проходить стандартно. 18:00 в четверг. УСП, успешный старт партнера, по субботам в 13:00. Время подобрано идеально. Не нужно говорить о том, что в вашем регионе другое расписание будет работать лучше. Нет. Я, прежде чем стать президентом, построил огромную структуру, огромные организации в разных регионах и странах. Нужно следовать системе, и это приведет вас к результату. Только так. Успешный старт партнера. Все темы вы можете найти на APL Office. Скачать. Вам ничего даже придумывать не надо. Там расписано каждое ваше слово, что вы должны рассказать на этом тренинге. Большой бизнес-семинар. Последняя суббота каждого месяца. И я очень рад. В президентском чате я вижу отчет о том, что это проходит во многих регионах. Молодцы. Я хочу, чтобы во всех регионах проходили в каждую последнюю субботу большие бизнес-семинары. Весь пошаговый алгоритм, все, что нужно говорить, весь сценарий также выгружен на APL Office. А на APL Seasons в Турции я вам его презентовал лично, как должна проходить BBS. Последний вторник месяца мы проводим кофе-день для того, чтобы можно было встретиться, поиграть, в неформальной обстановке пообщаться. Не только работа, но и отдых должен быть. И насладиться хорошим напитком. Итак, давайте поговорим о мероприятиях, которые мы создали для того, чтобы вам было проще добиваться успеха. Если вы сидите дома, если у вас новый регион и нет еще РЦО, вам ничто не мешает добиться успеха. Потому что вы можете работать при помощи интернета. Вот вам мероприятие, которое проходит через интернет. По вторникам проходит ПВК, по пятницам проходит либо УСП, либо пропродукт в онлайн. Компания предоставляет комнату минимум на 1000 человек, чтобы вы могли заходить, обучаться, мотивироваться, вдохновляться и добиваться успеха. Ну и, как правило, в начале каждого месяца в 17:00 вы можете встретиться со мной. Все. Чтобы получить ту самую взбучку, кураж и драйв. Вот. Говоря о системе, говоря о поддержке наших партнеров, я не могу не рассказать вам о том, что мы совсем недавно анонсировали, а сегодня вам представляем обновление нашего бэк-офиса. Встречайте! Та-да-да-дам! Огромное количество обновлений с сегодняшнего дня и в течение двух следующих недель каждый день будет происходить обновление. Мы адаптировали его для ваших мобильных устройств. Все страницы бэк-офиса были оптимизированы для использования и просмотра на мобильных устройствах. Регистрация, отправка приглашений и, самое главное, – покупки. Теперь покупать продукт вы можете при помощи своего пальца и вашего телефона. Еще раз повторюсь, с каждым днем будет все больше и больше обновлений. Именно такие глобальные обновления были связаны у нас, привели, вернее, или способствовали к тому, что на протяжении последних двух недель, даже месяца, вы наверняка сталкивались со сложностями, с входом в бэк-офис, с различными системными ошибками, с различными сбоями,
Все это временно. Я писал в президентском чате и просил лидеров сообщить всей структуре о том, что ведутся работы, компания не останавливается на достигнутом, что все, что не делается, все к лучшему, чтобы вам жилось лучше. Ведь 21 век на дворе, если вы не забыли. И мы с вами должны держать руку на пульсе, мы должны с вами быть мобильными, быстрыми и, самое главное, эффективными. Мы все делаем для этого. И нужно еще немножко потерпеть. Сбои еще будут. Плюс мы запустили, благодаря моей рабочей поездке по США, мы запустили немножко обновленный маркетинг-план для рынков Соединенных Штатов Америки. Мы запустили новую платформу. Это абсолютно новый бэк-офис. Это абсолютно новый сайт, который вот-вот мы откроем для посетителей, для всех. Буквально сегодня завершается последняя проверка, как все выстроено. Мы на предыдущем вебинаре я объявил, что мы взяли отдельную структуру наших международных директоров Люси И из США и тестировали, как работает бэк-офис. Именно все вот эти передачи данных своего рода тоже дали определенный сбой в бэк-офисе, к которому вы привыкли. И все одно наложилось на другое. Прошу еще раз всех потерпеть. Ничего страшного не происходит. Выплаты возобновятся вновь, как только мы получим все необходимые данные. Потому что данные немножко исказились. Нужно все заново перепроверять нашему финансовому отделу. Плюс мы, наверное, пожалуй, единственная компания в мире, которая выплачивает комиссионные физическим лицам. Не только индивидуальным предпринимателям, но компания перечисляет вознаграждение, предоставляет в банк, если вас блокируют данные, чтобы за маркетинговые услуги вам перечисляются деньги. Конечно, у банков тоже бывают вопросы ко всему этому. И вот одно наложилось на другое, что компания придерживала не по своей вине выплаты нашим партнерам. Но самое главное, что все хорошо заканчивается. Компания APL решила все необходимые вопросы. Собственно, я и просил лидеров подождать, потерпеть. Спасибо вам огромное за доверие ко мне и компании в целом. Мы, как всегда, прорвались. Дальше ждет только победы, только вперед. В течение двух следующих недель обновление завершатся, и все снова пойдет в своей череде. Когда мы с гордостью будем объявлять, что каждую неделю APL регулярно выплачивает десятки, сотни тысяч евро по всему миру. А порой мы преодолели рубеж в несколько миллионов евро в месяц. Вы только задумайтесь, какие цифры получают наши лидеры. На восьмой годовщине вы увидите людей, которые зарабатывают десятки, сотни тысяч евро каждый месяц. А тысячи людей получают тысячи евро. Все в сумме получается просто колоссальные выплаты. И мы это делаем легально и официально. Многие спрашивают, как же прошла моя поездка. Не все в президентском чате, не все следят за мной в Инстаграм. Вот мой адрес в Инстаграм, можете посмотреть. В этой поездке я решил вдохновиться у лучших. Лучший из лучших после меня. Дэвид Копперфильд. Шутка, конечно. С самого детства я восхищался его творчеством, поэтому пятый раз, будучи в Лас-Вегасе, я не смог не встретиться с ним лично и рассказать, как идет наша подготовка к большому шоу, посвященному магии и волшебству. И вы можете найти видео, где Дэвид поздравляет компанию APL с днем рождения. Представляете? Сам Дэвид Копперфильд поздравил APL с днем рождения, зная, что у нас будет в магическом стиле. Крис Анджел, можете зайти в интернете и посмотреть на его невероятные трюки, на его шикарное шоу. Я тоже имел возможность побывать и на его шоу. Скажу по секрету, посмотрев его шоу, мы решили увеличить бюджет нашего шоу. Потому что лучше может быть только один. Это мы. Поэтому мы добавили экраны, и каждый участник APL Planet будет чувствовать себя, как будто он находится на сцене.
потому что будет все взрываться, гореть, светиться над ним, под ним, справа и слева. И такого шоу, поверьте, вы еще не видели и даже представить себе не можете масштабы подготовки этого события. Знаменитые Пен и Тейлор, ведущие своего шоу, которое называется «Кто обманет Пена и Тейлора», тоже зайдите в интернет, если вы не знаете и не увлекаетесь магией так, как увлекаюсь я, если вы не любите волшебство, как люблю его я, зайдите в интернет и узнайте, кто такие Пен и Тейлор. Все эти люди имеют и Дэвид Копперфильд, и Крис Анджел, и Пен и Тейлор имеют свою собственную звезду на Аллее Славы в Лос-Анджелесе. Конечно, я не мог не встретиться с ними, и они тоже поздравили APL с днем рождения. На моей странице в Инстаграм можете посмотреть записи со встречи. И я был поражен о том, что Ханс Клок, самый быстрый иллюзионист в мире, человек, который поставил два мировых рекорда в скорости, в показе иллюзий, дает шоу в Лас-Вегасе. Конечно, я не мог не воспользоваться этим случаем, чтобы встретиться с ним. Он также нас поздравил. Вы тоже это можете найти на моей странице в Инстаграм. Но самое главное, я зашел к нему на шоу, и он понял, кто рядом с ним. Он даже об этом сказал. Это мое шоу. Потому что, ну, вы знаете, да, когда две звезды на одном шоу, на одной сцене. Вот. Это уже совсем другая история. Вы знаете, что скромные люди зарабатывают скромные деньги. Я далеко не скромный и вам советую. В общем, к чему я все рассказал вам это? Почему для меня важно стать профессионалом в том, что я делаю? Мы готовим мощнейшее шоу, и я решил получить вдохновение в лучших. Вы решили стать профессионалами в сетевом бизнесе. Окружите себя профессионалами. В APL такие профессионалы есть. Окружите себя людьми, которые уже зарабатывают деньги. Если вы хотите изменить вашу жизнь, измените свое окружение. Потому что те люди, с кем вы общались до сегодняшнего дня, не дали вам возможность быть успешными. Тратьте больше времени на общение с успешными людьми. Звоните своим спонсорам. Рассказывайте о том, как прошел ваш день. Делитесь своими эмоциями. Питайтесь их эмоциями. И тогда вы будете обречены на успех. Не пропускайте события. Цепляйтесь за каждую возможность напитаться у настоящих лидеров. Это приведет вас к успеху. На всех событиях, которые проводит компания или где участвует президент, всегда все топ-лидеры рядом. И вот у вас есть возможность в одном месте напитаться огромной массой знаний и эмоций от профессионалов. Вот, я напитался и на обратном пути через Нью-Йорк решил немножко пошалить. Давайте посмотрим, как это было. Вы первые, кто увидит сенсацию. Внимание на ваш экран. Пожалуй, не только коренной американец, но и любой житель нашей планеты на вопрос, что же является символом США, ответит: это статуя свободы. Чаще всего этот памятник показывают во многих американских фильмах. Именно эту статуэтку мечтает привезти домой каждый турист из Нью-Йорка. К ней сейчас и отправлюсь. Кстати, не все знают, полное название статуи свободы – «Свобода, озаряющая мир». Ее высота 46 метров, а с постаментом – 93. Она гордо возвышается на одноименном острове, имея вес более 150 тонн. Статуя неоднократно реставрировалась, добавляли все новые элементы освещения. Прошло 36 лет с того момента, когда знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд на глазах у публики смог заставить исчезнуть вечный символ американского народа. Это было нечто потрясающее любое воображение. Во-первых, как ему это удалось? Во-вторых, как ему разрешили сделать это власти?
Паши я уже заставил исчезнуть ее символ. Сегодня будет нечто другое. Не будем повторяться. На 10 минут на глазах у всех посетителей этой яхты мы заставим переместиться эту статую на несколько десятков метров. Готовы? Еще одна моя мечта, такая, как перемещение статуи свободы в пространстве. Не переставайте мечтать, ведь в год магии и волшебства в APL возможно все, даже перемещение статуи свободы. И действовать. Да. Эти ребята меня действительно вдохновили. О, вы обратили внимание на новый аксессуар? Этот и многие другие сувенирные продукты, многие другие наши сувенирки вы можете приобрести уже совсем скоро. Это и зажимы для денег, и визитницы, зонты, брелоки, часы, термокружки, флаги, футболки, многое-многое другое будет доступно на APL. Уверен, что такими аксессуарами, такими стильными вещами захочет обладать абсолютно каждый. Но не только сувенирную продукцию мы для вас приготовили. На 8-летие мы презентуем продукт, благодаря которому красоту будет видно. Красота, которую видно изнутри. Это новый продукт бьюти. Вкусный, интересный, самое главное, быстро работающий. Именно так охарактеризовали его лидеры, которые попробовали на APL Seasons эту продукцию. Помогает предупреждению старения кожи. Способствует активной борьбе с морщинами, вялостью и усталостью. Помогает сохранить чистоту и красоту кожи, лица и тела. Этот продукт поможет вам сохранить загар на более продолжительное время. Для девушек это очень важно. Этот продукт поможет ногтям, волосам быть крепкими, а самое главное, сияющими. Создаст эффект сияния кожи изнутри и улучшит состояние кожи головы. Представляете, огромное количество преимуществ продукта бьюти. Но не могу не рассказать, потому что этот продукт содержит в себе гиалуроновую кислоту и коллаген. Кожа, волосы и ногти для людей, кому 35, 45, 55. Продукт жизненно необходим. А что делать, если мне 34, или 30, или 25? Нужен ли этот продукт? Уверен, что с нашей экологией, стрессами, загрязнениями, с нашим питанием продукт бьюти необходим каждому. Но особенно тем, кому 35 с плюсом. Уникальный состав, вкус, а самое главное – результативность. То, что делает нашу продукцию невероятной. Но мы презентуем не только в этом году Драже Бьюти, а презентуем еще и косметикой. Нашу косметику Beauty Natural Series. Эту косметику мы презентовали вам на APL Seasons. И вы уже знаете, что секрет вашей красоты изнутри и снаружи в серии Beauty. Благодаря тому, что мы используем три уникальных технологии. Аккумулит эссей. Да, мы аккумулируем наши составляющие.
Биофен. Микроэлемент, который поставляет огромное количество кислорода. И Majestin. Вся наша косметика натуральная, не содержит парабенов, СЛС и синтетических одушек. Она очень эффективная, потому что нам удалось усилить активные компоненты в составе с помощью технологии Акомолитосей. Вся продукция, вся косметика очень питательна. Она восполняет дефицит питательных веществ и полностью восстанавливает здоровье и функциональную активность клеток кожи. Вся продукция эксклюзивная. Это интеллектуальная собственность APL. Она научно разработанная, протестирована для всех типов кожи. А самое главное, не могу не сказать, она роскошная. Потому что дизайн бьюти влюбляет и вдохновляет. Каждая женщина получит настоящее удовольствие от прикосновения даже к самой упаковке, не говоря о том, что крем, который окажется на коже, он окрыляет. Итак, Драже Бьюти плюс косметика. Вот секрет. И старт все так же по-прежнему на 8 ноября. Именно еще одна причина, по которой нужно быть на APL Planet, не пропустить старт продаж, чтобы первыми иметь возможность приобрести косметику в уникальной подарочной упаковке. Не буду сегодня на вебинаре рассказывать подробно о нашей косметической серии. Об этом скоро вы узнаете на вебинаре Светланы Зиновьевой. По вашим многочисленным просьбам, я знаю, что всем понравилось на APL Planet выступление нашего специалиста, эксперта в области косметологии, основателя студии красоты и учебного центра специалистов индустрии. Мы пригласили ее специально на наш вебинар. Она подробно ответит на все ваши вопросы, расскажет, в чем прелесть нашей косметической серии, в чем ее уникальность, эксклюзивность, эффективность. Вот, можете готовить вопросы заранее. Вот, на многие из них она ответит с удовольствием и профессионально. Следите за анонсами, за новостями. Обязательно проанонсируем дату выхода этого вебинара. Но я не могу не рассказать вам о главном событии, дату которого мы точно знаем. 8 ноября. APL Planet. Самое магическое признание всех лидеров. За время подготовки бюджет увеличен многократно. За время подготовки сценарий модернизировался многократно. Мы репетируем минимум один раз в неделю, а совещания и планерки проводим ежедневно. Потому что мы привлекли специалистов из разных областей. Это люди, которые работают над светом, над спецэффектами, чтобы все бабахало, взрывалось, светилось, сверкало, вспыхивало, наоборот, замерзало. Мы пригласили огромное количество профессионалов, которые создают наш 3D-контент, чтобы каждый участник шоу почувствовал непосредственную близость и соучастие в каждом из номеров. Это лучшие специалисты по созданию графики. Огромное количество экранов. Все будет двигаться, опускаться, подниматься. Сцена-трансформер. Вот, мне кажется, это событие, оно уже вошло в историю, но каждый участник будет иметь невероятный инструмент для того, чтобы просто подписывать всех вот так по щелчку. Потому что ни одна компания не делает ничего подобного. Но помимо шоу мы готовим огромное количество открытий, презентаций и признаний для наших лидеров. То есть я хочу, чтобы каждый из вас имел возможность вдохновиться, увидеть настоящую мощь компании, чтобы каждый из вас прочувствовал гордость и соучастность того, что вы находитесь в лучшее время в лучшей компании, которая заботится о своих партнерах, которая не жалеет денег и создает лучшие, уникальные вещи только для своих партнеров. Вот это все APL. Много компаний сегодня на рынке. Они приходят, уходят, открываются, закрываются. За почти 8 лет я видел сотни компаний, которые обещали золотые горы, но где они сегодня? Где компании, которые обещали различные криптовалюты? Все? Люди продавали квартиры, машины, брали кредиты.
где все это? Когда за цент можно было купить, а потом обещали, что будет стоить доллары, десятки долларов. Валюта ничем не подкрепленная. Все? Плакали ваши деньги? И будут плакать дальше. Потому что пока вы будете доверять тому, что просто можно положить и ничего не делать, и заработать, это не бывает в наше-то время. Где различные компании, которые обещали возвратные бонусы? Кэшбэки. Сегодня каждый банк, сегодня каждый сотовый оператор предлагает кэшбэк. Да все подряд предлагают кэшбэки. Конечно же, всем этим компаниям не устоять. И, конечно же, они все уходят с рынка. Я уже не говорю про огромное множество инвестиционных проектов, которые появлялись. Я хочу, чтобы вы увидели настоящую мощь, силу компании. Именно поэтому мы тратим столько времени, сил, энергии, ну, конечно же, и денег, естественно, на то, чтобы создать уникальное шоу мирового уровня. Чтобы показать вам всю историю нашей компании очень ярко, масштабно. И вы действительно будете горды за то, что вы находитесь в правильной компании, в правильное время. Равнодушных не будет. Но нельзя не сказать про второй день. У нас два дня, 8 и 9 ноября. Второй день. Самые ценные для развития вашего бизнеса спикеры. Они будут вас вдохновлять, окрылять и, самое главное, научат вас зарабатывать. Мой эксклюзивный тренинг – это будет магия бизнеса. Второй день будет насыщен знаниями, которые вы сможете применить здесь и сейчас. Второй день будет насыщен практикой, которая даст вам возможность, пока лидеры отправятся в путешествия в своих регионах, сделать невероятный подъем и добиться хороших высот. Потому что магия будет продолжаться всю оставшуюся вашу жизнь. Поэтому нужно быть на этом событии. Билеты на сайте aplplanet.com. Итак, многие спрашивают, как же все-таки пройдет наш круиз в этом году. Рассказываю. 11 ноября, 16:30, отправление из Сингапура. Посадка до 15:30. Как всегда, вас будет встречать наша съемочная группа прямо в порту перед посадкой на корабль. Будет линия для регистрации выделенная для наших партнеров. Мы же всегда готовим огромное количество сюрпризов, подарков для наших партнеров. Подарки будут и на Планете 8-9 ноября. Очень, кстати, стильные. Вот могу один из них показать. Стильный инструмент. Можно мне, пожалуйста, подойти ежедневничек? Я покажу и раздразню наших участников сегодняшнего вебинара. И, конечно, мы готовим, как всегда, подарки для участников круиза. Смотрите, какой шикарный инструмент. Вот жалко, что через экран пока не позволяет техника, чтобы вы могли пощупать. Все это выделяется. Магия восьми. Очень приятная на ощупь, тактильная. И, конечно, это итальянский ежедневник Портабелла. То есть мы не стали экономить и давать просто какие-то дешевые, делать дешевые ежедневники. Мы делаем это стильные. Просто вот даже вот в руке держу, и уже приятно. Смотрите, вот как все выделяется. Я уверен, что с этим инструментом вы не будете расставаться. И другие, пока не буду рассказывать, что мы еще готовим. Вот, информация об отправлении. Многие спрашивали. Не опаздывайте. Приезжайте нарядные, потому что вас будут фотографировать, вас будут снимать, и вы будете попадать в историю. Корабль называется Voyager of the Seas. Снова мы возвращаемся к компании Royal Caribbean. На 5-летие после первого нашего юбилея мы отправились на Royal Caribbean, на самом большом лайнере в мире. Нашим партнерам это очень сильно понравилось, потому что хорошие театры, шикарная кухня, множество баров, самое главное, большой променад, по которому можно погулять и по магазинам, и по барам. Все это наших партнеров настолько вдохновило собственным ледовым катком, да, что мы решили повторить. На том маршруте, который мы выбрали по азиатским странам, гиганты не ходят, но ходят
не очень маленький кораблик Voyager of the Seas. 14 пассажирских палуб. Более 3000 пассажиров. И все, что я перечислил, и ледовый каток, и множество бассейнов, и театр, точно копия Ла Скалы, кстати, итальянской, и променад, множество ресторанов. Кстати, основной ресторан, он аж трехэтажный. Все это будет ждать наших партнеров. Остановки. Про остановки мы давали вам, показывали ролики. У нас будет остановка в Сингапуре, посадка и высадка. Мы посетим несколько остановок в Таиланде. И две остановки будут принадлежать Малайзии. Очень интересный маршрут. Такого магического маршрута у нас еще не было. И, конечно, по традиции мы проведем с участниками вечеринку. В этом году это будет вечеринка в стиле Молен Руж. Как соответствовать этому вечеру? Смотрим на экран. Традиционно в круизе в честь дня рождения компании APL проходят тематические вечеринки, костюмы на которые партнеры готовят заранее. Уже известно, что в этом году тема вечеринки – Moulin Rouge. Мы подготовили для вас это видео, чтобы дать свои рекомендации по выбору нарядов. Moulin Rouge – известное кабаре во Франции. Костюмы в стиле Moulin Rouge – это раскованность и обворожительность. Но наши дамы не должны выглядеть слишком откровенно. От пикантного костюма танцовщицы до вульгарного образа – один шаг. Рекомендуем выбирать образы дам благородных кровей. Да, они тоже посещали кабаре. Такой наряд для вечеринки должен быть соблазнительным, но не откровенным. Не слишком короткое элегантное ретро-платье, вечерний макияж, аккуратная прическа, сверкающие бриллианты. Ваш наряд должен быть стильным и роскошным. Мужчинам проще. Безупречные костюмы, начищенные туфли, платок или цветок в петлице, бабочка-галстук, часы на цепочке. Такие образы позволят нам вернуться в прошлое и ощутить себя представителем высшего французского общества, которому дозволено все без ограничений. Стиль Moulin Rouge – это яркое и веселое шоу, наполненное вкусом жизни и яркими ощущениями. До встречи на круизе «Магия восьми». Выполнил промоушен. Кусайте. Потому что у вас был почти целый год, чтобы выполнить очень простые условия и отправиться с нами в это роскошное, незабываемое путешествие. Но если вы присоединились к нам совсем недавно и физически не было времени выполнять промоушен на круиз, у вас будет возможность отправиться в круиз 2020. Через год мы тоже поедем в круиз, где будем праздновать 9-летие компании APL. Ну а для того, чтобы сентябрь начался отлично, мы представляем вам отличный сентябрь. Промоушен так и называется. А условия очень простые. Знаю, вы ждете этого вебинара. Еще одна причина – это промоушен. Промоушен, который объявляет президент. Давайте не будем нарушать традицию, и сегодня я вам его объявлю с огромной радостью. Итак, партнеры, которые делают сверхактивность от 100 PV и выше, получают в подарок продукта для презентации на 50% больше. Круто. Партнеры, сделавшие сверхактивность от 200, получают уже 100% продукта для презентации. Ну и партнеры, которые любят этот продукт, умеют его продавать или пользуются им сами со своей семьей и делают сверхактивность от 400 PV, получают 150% подарочного продукта для презентации. Впервые можно использовать все дрожжи. Следующий промоушен для новичков. Партнеры, которые входят в бизнес на 200 или на 400, получают продукта для презентации на 50%. На 600 – 100%. И партнеры, которые решили войти в семью APL со статуса 1800 или приобрести продукцию на профессиональный пакет 3000, получают 150% презентационного продукта. Задумайтесь, 150% продукта для презентации.
любые дрожжи во всех странах, кроме США, Канады и Евросоюза. Поднятие на тех же условиях до 450%, до 600% 100%, до 1800 и 3000 150% продукта для презентации. Вот так вот. Используйте шанс войти в историю. У вас есть сентябрь месяц, чтобы сделать его отличным. У вас есть ровно один месяц, чтобы войти в историю и иметь шанс выйти на большую сцену, получить нашего шмеля как лучший рекрутер. Что нужно? Всего 10 человек по итогам года. С октября прошлого года по октябрь этого года. И вы получите шмеля. Все условия на сайте. Вы, возможно, вы хотите получить звездочку с бриллиантом Start Team. Вам нужно быть национальным директором. И на своем первом уровне вырастить минимум одного национального директора. Подробные условия также на нашем сайте в разделе «Элитные клубы». А может быть, вы хотите получить значок 585-й пробы из золота, как А-клуб в виде планеты. Что вам нужно? Создавать товарообороты через свое РЦО. Также у вас есть шанс стать национальным директором, международным директором, премьер-директором или, может быть, войти и стать амбассадором золотым, платиновым, даймондом, а может быть, даже краун амбассадором. Для этого вы должны просто поставить цель и начать действовать, чтобы добиться успеха и выйти на главную сцену, когда вам будет рукоплескать весь огромный зал, когда вы получите такое признание, которое, возможно, не видел ни одна звезда. Потому что звездой в этот вечер будете вы. Вами будут восхищаться. Вы будете стоять на огромной сцене. Вам будут все аплодировать. Вы будете рассказывать свою собственную историю. Это круто. У вас есть сентябрь для того, чтобы войти в историю. Все итоги берутся с октября по октябрь. Не думайте, что у вас будет еще октябрь, чтобы изменить ситуацию. Мы берем данные заранее. Все прописываем заранее. Все делается заранее для того, чтобы все участники мероприятия увидели настоящий профессионализм. Сделаем сентябрь отличным. И хватит просто мечтать. Пора действовать и по-настоящему зарабатывать. У меня на этом все. Счастья вам, любви и терпения. Храни вас Бог. Пока-пока.